Всем привет, это Заебарсик. Сегодня у нас 28 января 2021 года, и я хочу показать вам, как же взять военную фабрику Герхард за одну атаку. Итак, нам понадобятся бомбардиры, базуки, рядовой буллит и вот бонусы. 158% урон, 35% здоровья и 118% канонерка. Смотрим атаку. Итак, в первую очередь выпускается лодка бомбардиров. Здесь я подускорю немного. Будут расчищаться припасы, чтобы зарядить немного канонерку. Также расчищаются мины. Видим, мы пороговое число 3 уже достигнуто. И сейчас идет высадка базук и буллита. Так, все базуки собрались в одном крае и сейчас идут в другой край рядом с шоковой установкой. Токи и буллит используют первую способность. И здесь мы видим, уже ничего не угрожает базукам. И сейчас покажу вам еще один способ, более простой. Для этого нам понадобятся только бомбардиры и Эверспарк. Расчищаются мины, выходит бомбардир и Эверспарк. И просто бомбардиры выносят все сооружения. Здесь можно подускорить. Уничтожается шоковая установка. И бомбардир начинает бить уже штаб. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Удачи, пока!